Вы на канале Мама Злата. Сегодня мы будем играть в игрушку такую. Сегодня мы будем играть в игру «Накорми свинку», да? Да, свинку. Это у нас такая игра «Накорми свинку». У нас есть свинка. Подожди, Дусенька, я расскажу правила, хорошо? У нас есть свинка. Покажи нашу свинку. Вот. Вот наша свинка. И нам нужно ее накормить гамбургерами. Не просто накормить, покажи, какие у нас гамбургеры. Вот такие. Зеленый, красный, фиолетовый и красный. И желтый, да? Да. И у нас есть еще... Что у нас есть? Игрушка. Так, вот что у нас еще есть. Вот у нас есть кубик. Мы должны бросать кубик. В кубике разные цвета. Вот какой нам цвет попадется, вот такой вот мы должны брать гамбургер и кормить нашего хрюшку. Если, например, зеленый, мы берем зеленый гамбургер. Здесь цифра 4. Мы должны 4 раза нажать на голову, на шляпку хрюшки. И проиграет тот, который будет нажимать на шляпку, и рубашка порвется. Ну, я тебе помогу ручкой нажимать, хорошо? Так, давай с тобой камень, ножницы, бумага, кто первый будет, давай? Ставь сюда. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты меня порезала, хорошо. Так, Дусенька, бросай кубик, бери кубик и бросай. О, у тебя зеленый гамбургер, давай, хрюшке зеленый гамбургер в рот. Давай. Ой, мы забыли посмотреть, какая там цифра была, да? Ну ладно, там, наверное... А, там цифра 4 была. Давай, надо 4 раза нажать на голову. Нажимаем, бери руку. Раз, два, три, 4. Теперь я беру. Теперь я бросаю кубик. Опа! Ой, я пропустила ход, вот у меня. Я ничего не делаю. Давай, Златочка. Вот, красный попался. Бери красный гамбургер. А покажи цифру. Вот такая. Цифра 4. Опять 4 раза нужно нажать на голову. Давай, корми хрюшу. И нажимаем 4. Давай. Раз, два, три, 4. У него живот надувается. Заточка, если лопнет рубашка, ты проиграла. Оп. Красный, да? Тоже красный. Тоже красный. Так. Цифра 2. Мама, а это уже вот такой, как? Ну, давай. Ой, стой. Вот такой. Давай. Цифра 3. Мне 3 раза нужно нажать. Я кормлю. Оп, нажимаю. Раз, два, три. Заточка, теперь ты. О, там фиолетовый. Покажи цифру. Вот. Так, цифра 1. 1 раз на голову нажимаем. Корми. Нажимай 1 раз на голову. Все, хватит. И 1. Так. 3. Зеленый. Цифра 3 у меня. Я надеюсь, у меня не лопнет сейчас он. Кушает гамбургер. Раз, два, три. Нет, не лопнул. У тебя желтый гамбургер. Покажи, какая цифра. 1. 1 раз нажимаем на голову. Корми. Кушай. 1 раз. Нажала? А. Вот так. Подожди, давай, я бросаю. Опа! Что, я опять пропускаю ход? Ну, давай ты. У меня вот. Не хожу. Красный. Давай. Покажи мне, какой ты красный. Берешь цифру, покажи. Какая там цифра? Вот. Там один. Стой. Взяла? Да. Так, покажи мне, какая там цифра обязательно. Цифра 2. 2 раза нажимаем на голову. Корми. Давай. Подожди. Раз, два. Все. Опа. О, у меня фиолетовый, да? Беру фиолетовый. 3, да? Ну, посмотрим. Может, сейчас он на мне тут лопнет. Так, я. Раз, два, 3. А ты пропускаешь ход. Вот у тебя. Смотри, какой уже живот. Злат, смотри, какой у него живот. Скоро он лопнет. У меня желтый. 3. Так, аккуратно, подожди. Смотри на поросенка, он не лопнет? Злат. Раз, два, 3. Наверное, на тебе сейчас лопнет. Давай. Наверное, ты его закормишь. Фиолетовый. Покажи мне цифру. 2. Так, корми. Подожди, я тебе покажу. Корми. И я нажимаю 2 раза. Смотри, на живот. Нет, еще не лопнул.
Злата, я. Опа! Фиолетовый. Так, 4. Все, Злата, наверное, у меня сейчас лопнет поросенок от гамбургеров. Давай, рукой вместе. 1, 2, 3, 4. Нет, еще не лопнул. Давай, Златочка. Так. И красный. Красный бери. Подожди. 1. Давай, корми. Все, Златочка лопнул, да? Наелся? Вот такой вот живот. А ну давай посмотрим, какой у него. Вот. Лопнула рубашка, Злат. Вот так вот, это у него такой живот, а теперь что нужно? Вот, нужно на хвостик нажать, и животик сдувается. Вот, сейчас дуется животик у него. Оп. Сдувается, да? Оп. Все, живот сдулся. Нет животика? Да теперь... Давай. А теперь нам же нужно достать свои гамбургеры. Опа! Вот, да? Вот он и все съел. Давайте все. Всем капа, всем спасибо. Ставьте лайки и всем... Ставьте лайки и всем тем все. И подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал Мама Зе Злата. Пока-пока! Да, пока!